тупые это, вот, смотрите, вон еще огонь. Вон, видите? Или вы еще не... Пожар на улице Пугачева, по-видимому, прервал застолье одной местной жительницы. Выйдя на улицу, она начала руководить пожарными, чем сильно мешала им криками и ненормативной лексикой. Остальные соседи отнеслись к несчастью с пониманием и сочувствием. За детей я больше-то испугалась, что тут маленький ребенок, что у нас маленький ребенок. Но же страшно, газ, дети, взорвись вот так вот разом. Не успеем спасти детей. По словам Ольги, пожар начался утром около 11 часов. Пожарные, газовики и врачи приехали быстро. К счастью, людей спасать не пришлось. Дом был пуст. По свидетельству очевидцев, огонь начал наступать со стороны бани. Там же была собака и другие домашние животные. Спасти их, к сожалению, не удалось. Собака? Она сгорела, скорее всего. От огня пострадали надворные постройки, баня и кровля дома. Внутри жилище осталось целым. Тем не менее, жить здесь пока нельзя, нужен ремонт. Временное пристанище семье Ушаковых согласился дать отец хозяйки дома, живущей по соседству. Куда это девать надо? Все равно все, к себе заберем человек, куда девать? Все равно жить-то, спать-то где-то надо. О причинах возгорания пожарные не сообщают. Все станет известно после проверки. В качестве основной рассматривается версия неосторожного обращения с огнем. С начала этого года это 7-й пожар в жилом секторе Кунгура. Марат Борисов, Вячеслав Алексеев, Галина Крикливцева, телекомпания «Кунгур».